Дорогие друзья, от всего нашего дружного коллектива совхоз имени Ленина я поздравляю вас с наступающим 2021 годом. Я хочу пожелать вам, чтобы все горести и невзгоды, все болезни ушли вместе с 2020. А в наступающем году у нас были только здоровье, благополучие и счастье. Чтобы мы с вами, если и обнуляли что-то, то только кредиты и долги по ЖКХ. Чтобы наши дети ходили наконец-то в школу очно, и заочное образование закончилось. Чтобы мы увидели не только глаза своих любимых женщин, друзей, соседей, но и лица, чтобы маски ушли в прошлое. Я хочу пожелать вам, чтобы в стенах ваших домов всегда звучал звонкий смех ваших детей. Я хочу, чтобы действительно наша страна была великой не потому, что нас все боятся, а потому, что у нас самые богатые люди и самые счастливые дети. Я хочу пожелать вам, чтобы фраза о том, что мы живем в великой стране, стала действительно реальностью. И закончить хочу словами великого русского поэта. «Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Здоровья, счастья и благополучия. С Новым годом!»